Департамент оформления и дизайна городской среды подготовил уведомление и паспорта 73 основных улиц, которые станут гостевыми в период проведения матчей ФИФА. Расположены они в Центральном, Хостинском и Адлерском районах курорта. У нас сроки до 21 февраля еще есть, поэтому мы в ускоренном режиме выполняем эту работу. Паспортов по Адлерскому району выдано полностью 108 паспортов. В Хостинском районе 17 улиц, из которых уведомлений 112, из них выдано 92. В Центральном районе это 21 улица. Должно быть подготовлено 84 паспорта, подготовлено 60 паспортов, которые выданы главе района. Хочется отметить, что в Адлерском районе у нас... В Адлерском районе одна из, наверное, самых благоприятных обстановок. Сочи – один из немногих городов современной России, который приведен к единому архитектурному облику. Только к Олимпиаде 12 тысяч объектов кардинально изменили свой вид и стали соответствовать европейским стандартам. Эта работа в городе продолжается. Принять Кубок Конфедерации многочисленных гостей на самом высоком уровне – это общая задача и власти, и бизнеса, и жителей курорта. Во многом именно от облика города зависит его имидж и туристическая привлекательность в будущем.